Так. Значит, поговорим, да, о классической динамике. О классической спиновой динамике, которая описывается вот этим гамильтонианом. Мы его прежде рассматривали, он у нас фигурировал в контексте квантовой динамики, также фигурировал в контексте ETH. Как гамильтониан, который в большинстве случаев с высокой степенью точности можно считать удовлетворяющим eigenstate normalization hypothesis, и как гамильтониан, который гарантированно не интегрируем для большинства значений параметров J и H. Вот. Сегодня посмотрим на его классическую динамику. Увидим то, что она тоже, в общем-то, кроме некоторых специально подобранных случаев, она не интегрируема. Вообще позанимаемся расчетами классической динамики, обсудим всякие детали. И, возможно, сегодня, либо на следующей лекции, закончим тем, что вычислим для этого гамильтониана экспоненту Липунова, которая является количественной характеристикой нестабильности траектории в нем. Ну вот, у меня на экране здесь выписаны, уже выписаны, выведены классические уравнения для данного гамильтониана, которые нужно будет решать, но я сейчас их поясню, и более того, давайте хотя бы первое из этих уравнений просто еще раз выведем. Да, как это сделать? Вот у нас есть уравнение Гейзенберга на экране. Опять же, здесь пока что еще ничего не говорится про классику. Это полностью квантовое уравнение. Гамильтониан, мы можем считать то, что это такой квантовый гамильтониан. Но давайте напишем. Ну, возьмем какую-нибудь наблюдаемую, допустим, SX житый, и напишем для нее эти уравнения Гейзенберга. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть SX житый равно минимум единица H SX житый. Давайте раскроем этот коммутатор. Ну, я вот так просто напишу равно еще одно равно. Напишем здесь 2J SY и SY и плюс 1 SX G плюс я переменную H магнитное поле положу здесь равно единице, просто сразу, чтобы с ней не таскаться, плюс I умножить на SY и SX G. Вот такое вот выражение. То есть я перенес вот это вот сюда и вот это, соответственно, сюда. Значения, ну, членов, которые содержат только SX, SX, операторы, они, естественно, коммутируют SX, и они сюда не вошли. Давайте просто это аккуратненько вычислим. То есть продолжим, напишем то, что d, dt, s, x, житая равно у нас чему? Мнимая единица, ну и 2g мы вынесем из-под знака коммутатора. Вот сюда. Соответственно, здесь придется оставить. Давайте просто напишем, не будем уметь ничего таскать, вот так, так и запишем SY и t и плюс первое, SX житое, плюс и SY и SX G. Да? Дальше все то же самое, только давайте этот коммутатор, когда, в каких случаях он вообще не равен нулю. Да, 2G. Ну, есть только два случая.
когда этот коммутатор не равен нулю, это и равно же, и также и плюс 1 равно же. Соответственно, давайте это распишем. Давайте это распишем таким образом, что мы избавимся от индекса i, s, y, g, s, x, s, x, непосредственно g. И также у нас s, y, g плюс 1 вынести из коммутатора, да, плюс, давайте я сразу же тогда напишу, sy, то есть, второй случай, то есть у нас отсюда g, i будет равен g минус 1, то есть сюда sy, g минус 1, sy, g, sx, g. Плюс мнимая единица sy, g, sx, g. Здесь этот коммутатор тоже не равен нулю, только когда i равно g. Правильно? Ну и чему у нас равен коммутатор sy, sx, житая, житая, да? Это у нас sz, житая, мнимая единица. И считаем x, z, y, то есть не получается цикличность перестановки, да, x, x, y, z никак. Значит, здесь у нас минус, значит, она, как это называется, антициклическая. Ну, короче, здесь должен стоять минус по правилам конституционных соотношений. Соответственно, все это сейчас сюда подставляем. D, D, T, S, X, G, T равно, уже здесь была мнимая единица 2g умножить на минус i sz g sy g плюс 1 плюс sy g минус 1 sz g, также на минус i, плюс мнимая единица на минус i sz g t. Ну и все это вычисляем аккуратненько, то есть что сюда мнимая единица отсюда и отсюда сюда выносится. Можно также вынести sz, что получим 2g sz g t sy g плюс 1 плюс sy g минус 1 плюс sz gt. Получил ли я то, что хотел? Вот мои уравнения выведены и проверены. В общем-то, да, получил. Вот у меня... ну да, тоже получил ровно то, что в первом уравнении. Вот. Значит, давайте это пока удалим. И пока что это обыкновенные уравнения Гейзенберга, и они у нас содержат, собственно, переменную, наблюдаемую sx, sz, и они содержат также наблюдаемые типа szg, sy, g плюс 1, ну, грубо говоря, sy, g, t, sz и t. Да? И это вполне себе полноценная локальная квантовая наблюдаемая. И если мы хотим решать уравнение Гейзенберга, да, нам нужно что найти? Нам нужно написать еще уравнение на это sz, такое же d, d, t, sz, g, t равно и h, sz, g, t. Да? Также нужно написать еще уравнение sz, g, s, y, i равно i, h, sz, sy, i, g.
Соответственно, этот коммутатор нам генерирует что-то, этот коммутатор нам генерирует еще много всего. И так мы получим экспоненциально, в общем случае экспоненциально длинную цепочку уравнений, которая в случае, если у нас число спинов L в системе конечно, она, конечно же, замкнется. В случае, если она бесконечна, то нет. Но в любом случае число уравнений в ней будет экспоненциально большое. Кроме ситуации, которую мы разбирали пару лекций назад, когда мы имели дело с алгебрами Анзагера и с тем, что получающаяся таким образом цепочка уравнений замыкается всего лишь с линейным числом переменных в ней. Вот. Но в общем случае это такая безнадежная история. Можно делать некоторый truncation этих уравнений, то есть решать не все, а лишь некоторые из них, и надеяться, что мы получим примерно с хорошей точностью нужное нам решение какой-то задачи. Но мы сейчас, в общем-то, чем-то таким и займемся. Мы сделаем то, что называется квазиклассическое приближение. То есть мы возьмем просто, вот у нас есть наблюдаемая, вот такая квантовая, и мы просто скажем, что выполняется следующее. Выполняется следующее равенство для нее. Соответственно, мы просто взяли и пренебрегли всеми квантовыми корреляциями. То есть, строго говоря, мы здесь должны были писать еще что-то типа дельта S, Z, дельта YG, но мы просто сказали, что никаких квантовых корреляций нет. Соответственно, в этой большой цепочке уравнений автоматически остается только небольшое число переменных, а именно остается здесь 3L переменных. На каждый у нас есть L узлов, и на каждом сайте у нас X, Y, Z, 3 проекции. И наши спины, получается, они всю свою эволюцию будут оставаться на сфере Блоха. То есть обычно в ходе квантовой эволюции у нас что происходит? У нас происходит спин инициализируется где-то на сфере Блоха, потом из-за того, что он запутывается с другими, например, соседними спинами, он с этой сферы Блоха уходит куда-то внутрь этого шара, и в итоге его значения наблюдаемых S, Y, Z, они где-то находятся в окрестности центра этого шара. В случае же классической эволюции он будет вечно бегать по поверхности сферы. Это может быть, как мы увидим, очень такое эргодичное поведение, может быть и нет, но вот в этом и состоит суть классического приближения. Чем оно полезно, я один раз уже немножко это затрагивал, то есть зачастую ансамбли, состоящие из классических спинов, полезно изучать с той точки зрения, что они на начальных временах, классическая динамика на начальных временах может совпадать с квантовой до определенной точности. Возможно, мы это даже покажем. Причина номер два – это то, что вот этот предел классический, он довольно-таки очевидный, и это очень удобное, в смысле, что мы ничего не делали, чтобы из квантового гамильтониана получить какую-то классическую динамику, кроме пренебрежения вот этими корреляциями. То есть это удобный предел для изучения корреспонденс, принципа соответствия.
И на нем очень удобно смотреть, как в классической динамике, как из очень удобно сравнивать квантовую и классическую динамику. То есть существует такое предположение, что при росте спина в бесконечность у нас динамика перейдет в классическую. Да, то есть, когда у нас бесконечный спин, ну, большой спин, давайте скажем, не бесконечный, а большой, у нас, что у нас, большое количество разных энергетических уровней, расстояние между которыми очень мало. То есть, от плюс S до минус S у нас S плюс 1 уровень, да, 2S плюс 1 уровень. И давайте вот это, если мы как-то отнормируем и положим на сферу, да, возьмем более представим себе такую сферу Блоха, и ну, пусть такую условно нормированную, что все равно она самое большое значение спина равно единице, проекции спина, да? 1, а не 2s плюс 1, вот так вот. И порежем ее вот такими, на такие концентрические, так сказать, круги, каждый из которых мы будем считать, что каждый из которых таких вот кругов, он дает нам какой-то телесный угол. И в случае какого-то большого спина мы можем считать, что если мы взяли ансамбль классических спинов из вот этого некоторого телесного угла, допустим, вот здесь, то этот ансамбль классический уже соответствует квантовой динамике большого квантового спина. Вот. То есть вот из этого региона берем classical sample. И он соответствует квантовой динамике. Большого спина. Это такая рукомахательная теория, которая подтверждается, как правило, какими-то частными построениями, но в общем случае здесь крайне мало каких-то строгих выводов, особенно в случае многочастичных систем. То есть это все неплохо работает на уровне одного-двух спинов. Но по понятным причинам, то, что очень сложно исследовать квантовую динамику, настоящую квантовую динамику многочастичную больших спинов, это все тяжело поддается проверке. Ну, тем не менее, вот у нас есть система уравнений выше, классическая, и нужно их как-то решить. В принципе, если об этом так подумать, это не совсем тривиальная задача. И давайте начнем с малого. Давайте скажем то, что возьмем вот эту систему уравнений и будем решать не сразу три степени L уравнений, потому что это такая задача более, что ли, важна. Ну, в задаче решения трех степеней уравнений там много таких программистских деталей. А давайте упростим себе задачу и решим всего лишь три уравнения. Для этого мы скажем то, что у нас все спины смотрят в одну сторону. То есть S и T равно S
житому для любых и же. Да? То есть S векторный, это у нас просто SX, SY, SZ, ну, с индексами. Игорь, получается, что эти уравнения линейные тогда, если мы можем их решить? Нет, мы их будем решать численно. Они не... И еще такой вопрос, когда корреляцию, вот получили вы формулу, когда S житая, по-моему, X и S житая Y. Да. И берем среднее значение, потом отдельно усредняем. Вот, ну и плюс какой-то дельта. Вот от как вы эту формулу вот, ну, получили? Это из коммутационного соотношения? Или если коммутационное, то каким образом тогда усреднение происходит? Нет, это формула, вот эта вот на экране, да? Да-да. Она получается, и она ниоткуда не получается, в этом, это приближение, то есть это classical approximation, можно так это назвать. То есть это в общем случае неверно. Правильно, да? То есть, но мы сейчас вот как раз работаем, исходим из этого предположения, то, что окей, пусть это будет верно до какого-то. Понял. Да. И все. То есть, поэтому у нас и остается всего 3 в степени L переменных. Иначе нам бы пришлось... То есть мы здесь можем просто на вот это произведение, которое вот здесь в уравнении стоит, мы можем просто смотреть на это как на произведение, да? Без этого приближения нельзя было этого делать, потому что, ну, это вообще-то уравнение на операторы, да? И то есть нам пришлось бы писать уравнение еще вот на этот оператор, типа с Y, S, Z, и мы бы получили из этого коммутатора еще бы какие-нибудь то, что мы бы получили еще бы какие-нибудь операторы типа SX, SZ, SY, и их саппорт этих операторов, ну, то есть сколько они сайтов затрагивают, он бы с каждым шагом увеличивался. И таким образом эта цепочка разрослась бы экспоненциально. То есть, а так, сказав то, что вот это вот выполняется, выражение выше, мы можем просто сказать, что, ну окей, давайте их просто перемножать, и да, уравнения эти, они автоматически становятся нелинейными. Хотя, если мы будем по-честному смотреть на вот эти вещи, как на операторы, и писать экспоненциально длинную цепочку уравнений, то она будет линейной, как и все в квантовой механике. Однако не решаем их силу ее длины. Но вот здесь классическая динамика, она получается нелинейной, и ну, это в принципе нормально, потому что, как мы знаем, классическая динамика, она нелинейна в общем случае. Итак, ну, эти уравнения мы еще решим, но давайте начнем с частного случая, когда у нас все проекции спинов сонаправлены, то есть в общем случае у нас начальные условия – это все спины смотрят как-то куда попало, но мы будем рассматривать условия, когда они все вот сонаправлены, все смотрят в какую-то одну сторону. Тогда у нас величины типа SY g минус 1 плюс sy g плюс 1, да, это будет просто 2 sy без индекса какого-то, да. Давайте выведем одночастичные вот эти так называемые уравнения, то есть dsx dt будет равно sz плюс 2 j на 2 sy sz. Значит, ds y dt будет равно минус sz, минус j,
на 2SX уже вот отсюда, из верхнего, из второго уравнения SZ. И DZ DT равно SY плюс J на 2SX SY минус SX минус 2J 2SY SX. Сейчас аккуратно это перепишу. SX DT равно SZ плюс, давайте напишем 4J SZ SY DSY DT равно минус Z минус 4J SX SZ и DSZ DT равно минус SX, напишу плюс SY. И здесь у нас что? SY, SX, SY, SY, SX, да, здесь у нас 2, а здесь 4, да, то есть это будет, но со знаком минус, минус 2J, SX, SY. Вот получилась такая система, состоящая из трех уравнений. Она нелинейная, мы увидим, что у нее решение такого, может быть, немного инстантонного типа, но давайте сначала обсудим, как мы будем это решать. Так, я вот это скопирую и пойдем в наш файл математики. Так, потерял курсор. Да, у меня тут немножко будет, мне придется это переключаться между файлами математики немного, но в итоге тот файл, который мы соберем, с ним все будет, я думаю, в порядке. Вот, давайте. Игорь, можно на предыдущем слайде, не слайде, а экране? Вот там какие-то у вас предположения были, хотел уточнить. Да-да-да. Или можно позже тогда? Да, сейчас покажу, смотрите. Да, вот когда вы сказали, что они хаотически смотрят, вот, а потом они все направлены в одну сторону. Да. Вот. Ну и у вас формула вот этот S G минус 1 плюс S G плюс 1, по-моему, да, равна 2, да, да. 2s. А как это получилось? Ну, это получилось так, что, смотрите, если мы возьмем, то есть я просто здесь избавился от индексов, потому что я могу сказать вот что, ну, я могу оставить здесь индекс g, потому что у меня, я пишу, Вот я беру верхнее уравнение, да, вот это, dsx g по dt. Я сюда же написал g, да, ну, то есть я просто его не написал, но он здесь есть, да, я сюда пишу sx g, все так, да. Дальше идет dsz g. Дальше давайте напишем по-честному, не sy просто без ничего, а именно sy g минус 1 плюс sy g плюс 1, да. Вот. Но поскольку у меня выполняется вот это, то я могу просто написать то, что это sy житое, и это тоже sy житое. Да? И это эквивалентно тому, что я здесь просто написал sy. Ну, соответственно, это 2 sy житых. Ну и индекс я просто опускаю. Угу, понятно. Да. Да, то есть мы сейчас как бы решаем задачу, все, типа, что это все еще такая многочастичная задача, но поскольку они все смотрят строго в одну сторону, у них у всех одна и та же траектория. То есть мы как бы решаем уравнение для одного спина, а оно же для всех. Ну, из этого соотношения получается, что если g равно единице, то s0, y компонент плюс s
1, нет, 2, S2, Y равна 2S1. То есть вот этот, хочется понять, вот тут логика. Давайте, смотрите, да, то есть g, вы говорите, равно единице, да? Да. Значит, s, y нулевое. Ну, 0 вообще может быть не очень хорошо использовать в качестве индекса. Мы используем тут, ну, мы в принципе тут подразумеваем периодические граничные условия, да, то, что у нас как бы g плюс L равно L, да, то есть, ну, не так, а S. S L плюс 1 равно S1, да, вот, ну, и то есть G у нас там единица до L лежит, то есть, если мы говорим то, что G равно 1, строго говоря, мы здесь пишем не SY0, а SYL, да, плюс SY2. Вот, это отсюда, да. Вот. Но мы, опять же, пользуемся вот этим нижним выражением, и, то есть, просто говорим, что это у нас S, ну, SL, я могу сказать то, что это там S что-то, S какое-то. Понятно. То Плюс. есть, если S и равно единице, то G может быть и 2, может быть и 3 G. Вот это то, что вы в этот овальное вот Да. То есть вот это то, что внизу условия, это для всех и же. Для любых Понятно. опар. Спасибо. Извините. То есть что они просто смотрят все, каждую сторону. Все нормально, да. Давайте. Да. Вот, теперь давайте посмотрим на то, как вот перед нами теперь задача просто такая техническая, решить систему уравнений. Всего три уравнения, система нелинейная, какие-нибудь придумаем себе начальные условия, чуть позже обсудим, ну, что делать. Так, сейчас, секундочку, я... Хочу, ну вот у меня есть, например, такой файл. Сейчас я из него просто все скопирую, а дать буду только то, что нужно. И давайте в первую очередь сделаем следующее. Давайте как-нибудь зададим это вообще в компьютер. Да? Я предлагаю сделать это вот таким образом. Предлагаю обозначить переменную. Давайте, не знаю, 1.15. Это у нас будет j variable. Вот так вот она обозначается такой переменной типа VJSSS. И давайте в математику сейчас вступлю, чтобы нам не мешало. Давайте вот эти уравнения просто перенесем вот в такой форме. Да? Типа Q1. То есть я что сделал? Я просто переписал выражение сверху вот сюда. То есть, если я сейчас вызову Q1, я получу вот такое выражение. Без левой части, то есть дальше мы будем это приравнивать к нулю. Да? Но пока что просто я записал только одну часть этих уравнений. То есть я перенес производные и получил здесь по минусу везде. Плюс я дописал, значит, дописал, да,
записал эти уравнения. Я просто задумался, почему у меня здесь стоит минус, когда должен стоять плюс. А он здесь стоит просто из-за того, что я по какой-то причине предполагал себе здесь отрицательность j. То есть мы можем, положив минус сюда, это восстановить. Но давайте этого не будем делать, давайте просто напишем как надо. Да, то есть почему-то мне это надо было, но давайте не будем так делать, просто чтобы у нас соответствовала картинка сверху, картинка снизу. То есть тут эти уравнения, оператор, это не оператор, это чисто классические переменные sx, sy, sz. Да, 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 да. То есть они уже стали классическими переменными сейчас. Вот. Поэтому мы это и можем так решать. Вот. Давайте это так запишем. И дальше я сейчас должен буду сказать несколько слов про вообще решение дифференциальных уравнений в общем случае. Но вот для начала давайте поиспользуем функцию, которая называется IndeSolve в математике. Сейчас я объясню, как ей пользоваться и что она дает. Но вообще, сразу же забегаем немного вперед. Я скажу, что для научных каких-то вычислений, для, ну, в общем-то, для науки, этой функцией пользоваться, строго говоря, нельзя. Я объясню, почему. Но давайте просто посмотрим, что она дает. У нас в нашей простой задаче все будет просто, все будет в порядке. Но просто давайте хотя бы разберемся, как это, как ей пользоваться, а потом обсудим детали. Значит, вот я сгенерировал типа три уравнения себе и три и какое-то начальное условие. То есть вот эта вот ини переменная, она у меня содержит sx, sy, sz. Я просто случайно вот так вот генерирую таким образом, что это какой-то вектор единичной длины, да? Проверить это можно просто вот так вот. Вот. Давайте я это подпишу. То, что это... Initial conditions. Дальше будем пользоваться вот этой вот функцией IndeSolve. Давайте я буду разбирать это по кусочкам. Вот так. Значит, я буду результат вкладывать в какую-то переменную, ну, можно даже пока не складывать. И в принципе можем открыть help даже этой функции, посмотреть, как она работает в случае там, системы уравнений. Вот здесь просят, ну, здесь не система уравнений у нас, я так понимаю. Первым аргументом мы указываем уравнение, начальные условия, переменную и пределы интегрирования. Вот. Если у нас система уравнений, то все то же самое. Ну и начальных условий должно быть достаточно. В общем-то, тут если второго порядка уравнения, то здесь... указывается не только на начальную координату, но и на первую производную. Вот. Ну, давайте это сделаем. То есть в первый аргумент указываем EQ1 равно 0. Что такое EQ1? EQ1 содержит у нас вот эту вот левую часть нашего уравнения. Дальше давайте EQ2 равно 0, EQ3 также равно 0. Все это наши три уравнения. Дальше нам нужно указать начальные условия. Ну, давайте, какие у нас начальные условия? Это sx от 0 равно чему? Ну вот у нас начальные условия хранятся в переменной ини. Соответственно, это сюда и подставляем. Да, ну, что только на ини. 1. Да. И то же самое для sy, sz. Да, то есть sy, sz,
Только 2 и 3. Вот у нас такой получился спин, куда-то смотрящий в произвольную сторону там на сфере. Вот. Кроме того, ну, это первый аргумент. Вот он содержит. Мы можем это выписать всегда и отдельно проверить, что это такое. Вот у нас три уравнения и три начальных условия для них. Дальше второй аргумент – это у нас переменные, говорим, в математике, в которых это решаем. С x, с y, с z. Тут все понятно. У нас это действительно переменные, в которых нужно это решать. И указываем пределы интегрирования. Ну, давайте от нуля. Я вот так вот пишу точка 0, чтобы, ну, потому что это указывает то, что это численное значение, избавляет от каких-то проблем, ну и там до, не знаю, до 20. Можно пока что ничего другого не делать. Да. Вот, просто посмотрим на то, что получится. Значит, получилось следующее. То есть нам математика функции IndeSolve выдала в качестве чего-то, какой-то интерполяционной функции. То есть это некоторый внутренний формат данных. Как бы математика нам логично дает непрерывную функцию в качестве ответа на решение этого дифференциального уравнения. Как бы нам это превратить в обычную функцию, ну, в функцию непрерывную, которой мы могли бы пользоваться, ну, в общем-то, ничего сложного. Сейчас я скопирую, как это делается. То есть просто если мы возьмем и получим вот этот результат, да, им довольно сложно пользоваться. То есть как мы будем делать там plot, solve, чего, t от единиц, от нуля до 10, ничего не получится. Потому что это какой-то такой необработанный формат. Но можно просто, вот заметьте, можно запомнить такой трюк, как это сделать, то есть как вызвать вот эту функцию. Мы можем взять, давайте разберем это по кусочкам. Sol первое это только вот этот весь массив. Давайте возьмем вот этот элемент. И возьмем второй элемент из него, когда у нас есть что-то, стрелочка, что-то, это всегда второй элемент. И вот к этому уже можно обращаться, к вот этой interpolating function, к этому можно обращаться как что-то от какого-то времени, да? 0, 4, 1 и так далее. Я напомню, у нас это начальные условия, есть три начальных условия, то есть в нулевой момент времени мы должны их получать. Что здесь, собственно, и происходит. Я оставлю вот этот код, который превращает нам вот это вот решение в непонятном формате в нормальную функцию solution. То есть это останется в файле, можно это поиграться с этим, поосмыслять. Ну и, собственно, вот у нас начальные условия, вот наше решение, которое, ну, называется solution, вот оно в нулевой момент времени совпадает с начальными условиями. Дальше пошло что-то дальнейшее. Ну, давайте, может быть, мы можем это как-то, в принципе, визуализировать. Да? Solution от t. t от 0 до 20, да. Не очень что-то получилось хорошее, потому что, наверное, вот я взял одну проекцию, да, если я хочу три проекции рисовать, я должен так это и делать.
два, три. Ну, вот у нас три проекции спина. Движение, как нетрудно было предположить, периодическое. Давайте немножко уменьшим это. Нет, это не полный период, давайте. Ну, вот так вот. Вот такое получается движение. Спина на сфере. То есть у нас стандартно математика рисует синий, оранжевый, зеленый в таком порядке. То есть синий это у нас x-овая проекция. Ну, можно увидеть то, что вот это, по графику можно видеть. Оранжевая это y-овая, зеленая это z-овая проекция. Ну, то есть можно это как-нибудь на сфере нарисовать, но не будем это делать. Ну вот такое довольно-таки интересное, но частичное движение. Соответственно, если мы возьмем какие-то другие начальные условия и заново это решим, получим другое решение. Вот. Значит, это просто было решение простой системы уравнений на математике при помощи AndySolve. Да? Давайте тут все подпишем для дальнейших. Вы говорили, что AndySolve неправильно всегда выдает результаты, да, или численные? Нет, он неправильно. Я сейчас объясню, да, я сейчас объясню, почему нельзя пользоваться AndySolve в случае, если вы, ну, занимаетесь какими-то научными расчетами с целью именно получения там, в общем-то, научного знания. Вот, да, это важный вопрос, сейчас я это объясню, давайте просто я подпишу здесь то, что get function, turn it into function, и здесь solve. Да. Да, то есть это важный момент, на котором я хочу заострить внимание. Почему вот это то, что мы получили? Понятное дело, то, что решение, которое мы получили, оно верное. К нему нет никаких вопросов. Ну, еще бы тут такая несложная достаточно система, не очень какие-то большие времена интегрирования. Соответственно, еще бы математика решила тут что-то неправильно. В принципе, тут нет никаких вопросов для такой задачи. Однако, тут существует несколько вопросов. То есть, первое, вопрос номер один, не несколько, а всего два вопроса. Первый вопрос, это как нам проверить правильность полученного решения. И второй вопрос, если мы, ну, это где-то публикуем, если это какие-то научные результаты, они должны быть воспроизводимы. И как нам, что нам указать для того, чтобы другой человек мог это воспроизвести. Давайте по порядку заниматься данными вопросами, да? То есть, ну, как я понимаю, просто подставлять вот то, что получили решение в начальное уравнение. Да, но как это, да, вопрос? Да, вот именно. То есть абсолютно точно. Мы, ну, хотим, у нас имеется решение, мы его подставляем в уравнение и должны получиться нули с обоих частей, да? В случае, если у нас это не дифференциальное уравнение, а алгебраическое, да, то есть как мы на прошлом занятии решали там систему уравнений бета, они невероятно сложные, но мы всегда можем быть уверены в то, что найденное решение правильное или нет,
просто потому, что мы его подставили и получили нули с обоих частей, все верно, нет никаких проблем. Здесь же, давайте, сейчас, возможно, придется перейти в планшет, но просто обратите внимание, да, на формат, что нам выдала математика. Математика выдала нам некоторый interpolating function. Да? Что такое interpolating function? Давайте перейду немного в планшет. То есть, какая-то любая интерполяция, это некоторые, допустим, у нас имеется набор точек, да, и он дискретный. И по нему строится какая-то интерполирующая функция. Да. Понятно, что математика внутри себя прекрасно проверяет имеет большое количество различных критериев, как это сделать правильно, как не допустить ошибку, что там лучшие программисты мира делали эти полиномы, то есть там для простых задач точно все хорошо. В чем тут дело? Дело в том, что всегда, когда мы решаем дифференциальное уравнение, вот такое, численно всегда мы имеем, мы всегда численно подразумеваем некоторую дискретизацию. То есть мы всегда говорим то, что берем любой какой-то численный метод, например, самый популярный метод — это метод Runge-Kutta четвертого порядка, и мы разбиваем нашу ось временную от нуля там до какого-то тау, мы ее разбиваем на какие-то маленькие шаги, да, с каким-то шагом дельта t. И, вообще, даже если мы говорим не о том, как мы решаем уравнение, а о том, как мы просто храним функцию, произвольную функцию f от t, да, которую мы должны хранить в памяти компьютера. Единственный способ хранить ее с бесконечной точностью — это иметь какую-то ее запись там, в виде, вот, есть у нас записи ее через какие-то там элементарные или не очень элементарные функции, да, там синус t, интеграл там от нуля до t от какого-нибудь сложного ядра. Вот в таком формате мы можем это хранить с бесконечной точностью. Но если у нас недоступна такая запись, а в случае с дифференциальными уравнениями нелинейными, особенно в случае с многочастичной физикой, это типично, что такая форма записи недоступна. Мы можем хранить функцию только как набор точек какой-то, да, дискретных и так далее. При том, что шаг в этом наборе точек, он может быть очень мал, достаточно мал для любых наших целей. Тем не менее, фундаментально это очень важно, то, что в памяти не существует способа хранить функцию как нечто непрерывное. Неважно, делаем ли мы интерполяцию или нет, все равно в основе этой интерполяции стоит некоторый набор точек интерполяции, она все равно не имеет бесконечной точности. Вот. Соответственно, Извините, интерполяцию вы имеете в виду между двумя дискретными точками, он как-то кривую какую-то рисует, да, по какому-то алгоритму своему? Да, то есть вот мы имеем набор дискретных точек, начальник какой-то, да, вот, и мы можем хранить эту функцию как набор дискретных точек, а также мы можем хранить ее как, допустим, какой-то полином интерполирующий, да, то есть наша функция это,
либо вот это равно четко набор дискретных точек, там, типа, не знаю, как это лучше написать, t0, f от t0, дальше t1, f от t1 и так далее, да? Их конечное число. Также мы можем сказать, что f от t это какой-нибудь там полином, ну, примерно. Полином от t, этот полином это там какой-нибудь, не знаю, сумма там альфа n t в степени n, да. То есть при большом каком-то, ну, то есть это не обязательно полином, их существует бесконечное, ну, очень много разных способов сделать интерполяцию, но мы можем хранить вот набор каких-то таких альф. Но смысл в том, что не существует алгоритма, который даст бесконечно точную интерполяцию, то есть данные какие-то, которые вот между этими точками, да, то есть что-то, что между, оно все равно нам неизвестно с абсолютной точностью. То есть у нас нет непрерывности, когда мы имеем дело с настоящими данными. Вот. Понятно ли это? Да-да. А вот. Может быть, тогда надо найти интегралы движения и на основе вот этих дифференциальных уравнений. Ну, я так... может быть, неправильно понимаю. Ну, то есть что-то должно сохраняться, какая-то величина. И, может быть, вот это надо найти и подставлять туда эти значения. Не знаю. Ну, вот вообще, да, то есть просто взять и подставить значение, ну, то есть это способ, который... В общем случае он, в большинстве случаев он будет нормально работать. То есть если мы сейчас возьмем вот этот полином, который нам дала математика, продифференцируем его и подставим сюда, все будет нормально работать. Проблема в том, что с математической точки зрения, да, ну то есть две мысли. Первое это то, что все равно данные, которые мы храним, они все равно дискретны, вот эту функцию. Да, ну, в общем случае, мы предполагаем, да, что понятно, что для вот этих уравнений, может быть, и можно найти какое-то, ну, не можно, а точно можно найти какое-нибудь решение в виде, ну, не в элементарных функциях точно, в элементарных функциях его там, я думаю, не существует, но в каких-то спецфункциях мы можем там найти какое-то решение, но в общем случае это недоступно. И... Вот, то есть данные, которые мы храним, они дискретны. А для дискретных данных операция дифференцирования, она определена некорректно. То есть операция численного дифференцирования это нечто всегда очень такое, нечто спорное. Соответственно, здесь автоматически возникает очень много вопросов к этому, к шагу дискретизации, к тому, как там определена эта операция и так далее. То есть, когда у нас... В общем, есть где найти проблемы. Вот, то есть, и любая операция по решению дифференциальных уравнений, любой алгоритм, он подразумевает собой дискретизацию. То есть, он подразумевает, что мы... имеем какое-то начальное значение, вот это вот, с бесконечной точностью, а значение в следующий момент времени, в момент времени t1, который, да, t1 равно t0 плюс дельта t, да, который происходит через конечный момент времени, оно получается по какому-то там вот алгоритму, чуть-чуть позже посмотрим, по какому. Однако, это именно набор точек уже. И здесь получается такой момент, что мы имеем на самом-то деле не совсем дело не совсем с дифференциальным уравнением, а с некоторым
То есть, когда мы решаем некоторым численным алгоритмом дифференциальное уравнение, после того, как мы его дискретизовали, оно перестает быть в математическом смысле дифференциальным уравнением. Оно становится некоторой разностной схемой. То есть у нас вот это вот уравнение, да, там у нас что было? dsx по dt равно там какая-то функция sx, да, от t. У нас теряется непрерывность переменной t. У нас t становится там t0, t1 и так далее, tn. Да? И у нас это становится разностной схемой некоторой, типа d, типа sx tn плюс 1 равно функция sx tn. Вот, то есть после того, как мы сделали дискретизацию, наше уравнение становится вот этим. Это уже не уравнение, это уже как бы не дифференциальное уравнение больше. Это вот такая вот, это скорее разностное уравнение, да, какое-то. Ну, не знаю, правильно это называть разностным уравнением, но это вот некоторое дискретное отображение. То есть, что у нас есть функция на первом, на n-том шаге, и мы из нее получаем на n плюс первом. Вот. И как бы поэтому, да, то есть если посмотреть, ну, серьезные какие-то книги по хаосу, где изучается хаос, ну, математиками, ну и не только математиками, а зачастую физики, которые глубоко вот, кого интересуют какие-то с придирками математические вопросы, там редко изучается хаос в контексте именно дифференциальных уравнений. Там изучаются именно, дискретные хаотичные отображения вот такого какого-то типа. И это сделано как раз потому, что если у нас имеется дискретное отображение, то там уже, возможно, тут уже не стоит вопросов никаких к тому, не стоит вот этих вопросов с тем, как определить численное дифференцирование и вообще вот нет никаких противоречий, которые могут тут возникать с дифференциальными уравнениями из-за того, что на самом деле у нас при их решении непрерывность отсутствует как таковая. Вот. Да. Понятно ли эта мысль? Ну, примерно понял. Вот. Хорошо. Это такая первая причина, такая более, ну, глубокая, почему вот это так. Ну и при проверке тоже, да, у нас практическая проблема возникнет, как нам определить это численное дифференцирование и что тут за полином математика нам поставила и так далее. Проблема номер два, она куда более практическая, а именно вот мы решили какое-то дифференциальное уравнение, да, там нашли какие-то его свойства, говорим, что вот при таких-то условиях данное уравнение там устойчиво по Ляпунову, данная система устойчива по Ляпунову, и публикуем это в какой-то журнал. Вот. Это должно быть воспроизводимо. Вот. Что нам сказать, что нам написать в журнале для того, чтобы это было воспроизводимо? Нам написать, то есть, что мы использовали EndSolve в математике, а с какими параметрами? Тут, то есть, миллион параметров. А в какой версии? А на каком процессоре это запускалось? То есть, а что за интерполяционная схема использовалась? То есть количество каких-то вот таких деталей, оно просто очень большое. И, соответственно, и существуют ситуации, возможно, мы их даже продемонстрируем, может, даже сегодня, где прям разница между получающимися решениями, она огромная.
В подавляющем большинстве ситуаций, конечно же, математика прекрасно работает. Это отличный софт, и для каких-то быстрых результатов прекрасно использовать. Но когда начинаются какие-то сложные детали, вот это просто становится уже чем-то неприемлемым. Поэтому обычно принято писать конкретный метод, которым было решено уравнение. Опять же, в физике в 99% случаев для огромного количества каких-то задач достаточно так называемого, ну, самый популярный метод – это метод Лунге-Кутта четвертого порядка. Вот, то есть я его здесь покажу. То есть просто статья из Википедии банально. Как происходит решение уравнения? Вот у нас есть уравнение dy по dt. Давайте больше сделаем. Не настолько больше, конечно. Вот. dy по dt равно какая-то функция от y. Ну и от t, допустим. И мы имеем начальные условия. И дальше это решается как вот такое дискретное отображение. То есть у нас есть некоторое y нулевое, из него мы получаем y первое, из y первого получаем y второе и так далее. Из y n мы получаем y n плюс первое. Ну а из времени t n мы получаем t n плюс первое, причем добавление некоторого дельта t, ну, которое здесь обозначается как h. И просто ну, доказано, что вот такое дискретное отображение, если построить, оно, в принципе, дает такая вот дискретная схема, она дает набор дискретных точек, который с очень высокой точностью, ну, на самом деле не с очень высокой точностью, а давайте говорить строго, с точностью порядка от h в четвертой, где h это шаг дискретизации, дает правильный ответ. Дает ответ, который совпадает с решением дифференциального уравнения, которое, ну, на самом деле, строго говоря, недоступно. Вот. Поэтому давайте, собственно, я предлагаю этим и заняться, а именно решить наши вот эти простые уравнения, не используя NDSolve, а используя вот эту схему Лунге-Кутта. Она очень простая, и давайте с ней разберемся. То есть вот у нас все решено при помощи NDSolve. Давайте это назовем NDSolve. Теперь давайте сделаем еще один раздел, который назовем Лунге-Кутта. Вот. Для этого давайте я возьму свою предыдущий код. Давайте также сделаем вот это. У нас будет просто какая-то переменная g и какие-то начальные условия. И я, более того, я просто возьму условия начальные, которые были сгенерированы здесь, и их же сохраню, чтобы другим способом это решать и сравнивать потом. Вот. Собственно, данные уравнения, их можно... Давайте их оставим, но они нам не понадобятся. И сейчас я еще хочу... такую штуку. Да. Сразу. Но для начала.
Значит, вот наш, вот давайте, можно даже, не знаю, давайте сделаем просто quit kernel, чтобы математика забыла вообще про все, чтобы нам ничего не мешалось. И вычислим вот эту ячейку. Следующим образом, да? То есть, что здесь появилось? Вот эти AQ, уравнения, которые мы использовали для IndieSolve, они нами использоваться не будут больше. Просто они здесь для наглядности. Я добавил некоторую функцию, которая называется вот так вот fnc от v, которая на вход получает некоторый вектор, а выдает другой вектор. То есть fnc, ну, если я сделаю там, не знаю, x, y, z и подам, вот я получу нечто вот такое, что... Так, давайте... Что эквивалентно вот этим уравнениям. Единственное, у нас мы там меняли знак в этих уравнениях, и давайте в нашей функции этот знак тоже поменяем. То есть вот у нас FNC, да, но ну, давайте я даже не так сделаю, давайте сделаю S, X для наглядности просто. S, Y, S, S, Z, да. Нет, какая-то ерунда, потому что плохо понимаете, как это. Короче, просто будем считать, что это x, y, z. Вот у нас, допустим, первое уравнение. Оно давало нам вот это, да. Второе уравнение давало нам то же самое, нечто похожее. И третье уравнение давала нам еще что-то такое же. Сейчас. То есть, да, единственное, я здесь везде заменю знаки перед переменной j, потому что это то, что мы сделали в наших уравнениях выше. И давайте это делать так же. То есть, функция вот этой fnc, она получает на вход некоторые векторы выдает его значение, то есть и выдает еще один вектор, который является правой частью нашего уравнения. Давайте я сейчас скопирую сюда. Вот у нас есть наша система уравнений. Да? Вот. То есть, что делает fnc? Он берет s, x, s, y, s, z и дает вот правую часть. Ну, я вот так вот это напишу сейчас. Понятно. Сейчас. То есть вот, то есть функция fnc, она просто реализует правую часть этой системы, да? То есть здесь у нас получилось z минус, ну там j y z, да? Здесь у нас минус z, минус там x, z, и здесь минус x, y, минус x, 2j, не x, y, только сейчас еще раз вычислим, чтобы знаки правильно были, да? Вот. То есть эта функция, это та же самая функция, как вот здесь. То есть у нас dy по dt равно f от ty,
И мы вот эту F пытаемся найти. Ну, то есть не пытаемся найти, а записываем в виде как F. То есть вот как это надо написать. Сейчас. D по DT. S равно F NC от S. Вставляется картинка. Ладно. Так. Вот. Как-то так. Понятно ли теперь? Или все еще нет? Мне понятно, да. А, ну все, отлично. Вот, то есть и теперь, имея вот эту функцию на руках, мы просто идем, ну, да, можно идти в Википедию, если вы доверяете Википедии, но тут она ссылается на какую-то, в общем, очень известную книгу по численным методам. Ну, в любой книжке с численными методами этот алгоритм уже записан, вот. Ну, я реализовывал его множество раз, я могу утвердить то, что в Википедии нет ошибки. Значит, ну, выбираем максимальное время, до которого интегрируем tmax, да, integrate up to this time. Выбираем шаг дискретизации, давайте его сделаем сейчас поменьше. Discretization step. Получаем из этого число шагов, то есть время интегрирования делим на шаг дискретизации. Это будет число шагов, которое мы получим в итоге, почему документировалось. Number of steps. Вот. И sol это будет наше решение. Изначально эта переменная содержит просто решение в нулевой момент времени. То есть 0 это момент времени, и это наши начальные условия. Вот, дальше. Запускаем цикл. Ну, L у нас пускай тут идет от 2 до steps. И время у нас эволюционирует таким образом. DT, то есть 0,01. Умножить на L минус 1, то есть каждый раз это будет увеличиваться. И реализуем все вот эти 4 коэффициента. Соответственно, берем предыдущий шаг из вот этого, из нашего решения, sol. Берем предыдущий шаг и подставляем в FNC. Почему? Потому что так сказано вот в алгоритме. То есть K1, этот коэффициент, он должен быть получен просто как функция, как F от решения на предыдущем шаге. Да? Следующий K2 должно быть получено как решение на предыдущем шаге плюс шаг дискретизации пополам. Да? Точнее, здесь это время на предыдущем шаге. Шаг K, не шаг дискретизации пополам, шаг дискретизации пополам умножить на K1. Что, собственно, здесь и делается. K3 то же самое. И K4 вот таким образом строится. И потом в sol, в конечном этапе, мы добавляем вот это. То есть добавляем решение на нужном нам шаге. То есть оно составляется из решения на предыдущем шаге плюс вот 1/6 на вот такую сумму из K1, умноженное на все, на шаг дискретизации.
Вот. Ну, это полезно самостоятельно проделать руками один раз в жизни, чтобы навсегда понять. Вот. А теперь вот мы получили наше решение SOL вот в таком виде, то есть какой-то элемент, на каком-то шаге мы получаем время и вектор. Да? Я вот так вот это все обрабатываю, чтобы получить SX в зависимости, SX с Y, Z в зависимости от времени. То есть я беру все шаги от 2 до длины решения в переменную, в одну переменную всегда коду времени, а всегда коду X, Y, Z проекции. Ну и могу это как-нибудь вот так построить. Да. Вот. Что я получил? Получил какое-то решение от 0 до 15. Интересно, совпало ли оно с решением, которое выше было дано антисолвом. Ну, сложно сказать, потому что здесь мы все-таки его построили от 0. Ну, давайте поступим хитро, точнее не хитро, а наоборот очень глупо, просто решим заново уже до 6. Вот, и получили две картинки. Ну, визуально так видим, что все прекрасно совпадает. Значит, вот, то есть наша решение, оно, то есть в принципе это решать дифуры с помощью антисолва в математике, это упражнение отнюдь не бесполезное по двум причинам. Первое, это позволяет быстро получить какие-то результаты, и в большинстве случаев они будут правильны, кроме некоторых случаев, когда нужно разбираться отдельно. Во-вторых, в принципе, мы, ну, вы видели, мы выключали ядро и получали эти два решения абсолютно независимо. Ну, значит, наш алгоритм тоже, наверное, работает правильно. Ну и если бы у нас не было IndieSolve, да, обычный метод верификации данного алгоритма, он заключается в изменении шага дискретизации. То есть, если мы берем два разных шага дискретизации, как правило, на десятку они отличаются, и получаем два одинаковых решения, то, скорее всего, мы все сделали правильно. То есть, если результат не зависит от шага дискретизации. Если же результат зависит от шага дискретизации, давайте возьмем шаг дискретизации вот такой вот маленький, то, ну, что-то явно не так. Но здесь мы взяли вот очень маленький шаг дискретизации, вот 0,1, и все равно все хорошо. Давайте, может быть, возьмем. Ну, нет, все равно. Тут просто уравнения, которые мы изучаем, они слишком простые, и на них даже с огромным шагом дискретизации в 0,5 метод Runge-Kutta не посыпался и не начал производить никакую ерунду. Но на самом деле сделать, чтобы метод Runge-Kutta как-то посыпался и выдал что-то неадекватное, это как раз довольно-таки несложно при помощи большого шага дискретизации, когда он недостаточно мал. Но вот тут слишком хорошее уравнение у нас. Но эти уравнения достаточно легко сделать и не очень хорошими. Например, если мы рассмотрим некоторую фиксированную точку. Но ладно, давайте пока про это не будем. Да, давайте про это говорить не будем. Давайте, может быть, перед следующей лекцией я сделаю вот такую затравку. Да. На следующей лекции мы будем решать уже не вот это простое уравнение, а уравнение настоящее многочастичное.
И будем исследовать хаос и вычислять непосредственные экспоненты Липунова в случае хаотического движения. И вот я в качестве затравки покажу вот такую картинку, одну из которых мы получим. Это решение наших многочастичных уравнений с очень близкими начальными условиями изначально. Но из-за того, что уравнения нелинейны и хаотичны, как мы видим то, что на начальном этапе до каких-то времен идет хорошее совпадение в динамике, и потом эта динамика начинает немножко отличаться и расходится вплоть до того, что становится совершенно... Ну, здесь она еще не стала совершенно разной, то есть она, в принципе, еще как-то плюс-минус близка, но очень заметно, что она уже сильно отличается, эта динамика. И это и есть та самая манифестация хаоса в спиновых системах, то есть что начальные условия очень близки, в них ошибка, вот для данной картинки, в них ошибка 10 минус 5, по-моему. И это сделано, кстати, не с Рунгекута, это сделано на Индисолом обычным. Просто, опять же, для быстроты и простоты демонстрации. И вот несмотря на все премудрости математики, несмотря на то, что она там выдает лучшее из возможных решений, два этих решения, они расходятся из-за такой вот небольшой ошибки. Ну и на следующей лекции мы тогда этим займемся. Потому что там тоже будет много таких удивительных, деталей, которые могут стать сюрпризом для людей, кто первый раз этим занимается. Вот, мне кажется, будет интересно про это рассказать. Единственная следующая лекция у меня там, значит, выпадает у нас на День Победы. И я вообще буду находиться в командировке в Шанхае, то есть в другом часовом поясе, поэтому и это надолго, на 2 недели, поэтому мне бы хотелось провести все-таки ее на следующей неделе, но не во вторник, а в любой из дней, желательно в среду или в четверг, и желательно в 2 часа дня по Москве. Вот. Ну, я об этом сделаю рассылку, но если есть какие-то предложения, пожелания по времени, то, пожалуйста, пишите, сообщайте. Вот. Какие есть вопросы? Спасибо. Вопрос по поводу, даже если Рунгекуте применили, то все равно вопрос остается открытым, да, как доказать, что то, что получили, это правильно получили. Вот, то есть вот у нас же нет алгебраического решения, это дифференциальных уравнений, что потом подставим и убедимся, что слева и справа у нас все совпадает. Да, вопрос прям в корень. И вот, наверное, это дискуссионный даже вопрос в каком-то смысле. Mm-hmm. Я дам свой ответ, который вот из своего опыта могу сказать. Мое мнение такое, что как доказать то, что это правильное решение, строго говоря, никак. Mm-hmm. Потому что я могу предоставить вот примеры достаточно простых уравнений, для которых мы берем 2 разных схемы, там, есть Рунгекутта, простая схема. Схем решений Дефуров существует там великое множество, тут в Википедии посмотреть, просто по ссылкам полазить, их очень много. И все эти схемы дают разные решения. Более того, а я еще из аналитики знаю то, что ни одно из них неправильно. Вот. Так называемая точка сепаратрисы, там в дифференциальных уравнениях возникает. Вот. То есть
Строго говоря, не существует способ, то есть существует способы доказать то, что вот эта вот ошибка о вашей четвертой, то, что она действительно не была превышена. Для определенных уравнений это точно можно доказать, используя свойства уравнения. Но в общем случае нет. И вот в случаях, когда как раз есть такие детали, что возможно у нас там что-то плохое, в таких случаях как раз и для этого как раз и важно при, ну, когда мы предоставляем результаты, говорить, как они получены. То есть, если там в 99% случаев это действительно решение уравнения, но в каком-то из случаев мы говорим, что, ну, это не то, чтобы решение уравнения, это решение уравнения, используя вот эту вот схему Runge-Kutta. И это воспроизводимо, то есть любой, кто захочет, он воспроизведет и воспроизведет то же самое. Но если он будет решать это уравнение другим методом, он может получить что-то иное. То есть, ну вот, строго говоря, никак. Но в частных случаях, конечно же, возможно. Но в общем случае нет. Ну, а вот еще вы говорили, что Липунова, да, можно применить. Это же, насколько я понимаю, метод Липунова покажет устойчивость решения, да? Или, и если система типа энергия не сохраняется, вот самых начальных уравнений системы дифференциальных уравнений, там ну, не сохраняется вот эта энергия, то Липунова покажет, что нет устойчивости, я, скорее всего, так понимаю. И тогда наверняка и Липунова не поможет, да? Или поможет, не знаю. Ну, это, ну, то есть, поиск экспонента Липунова, он покажет нам, он не связан, так сказать, с точностью, не совсем связан с точностью схемы. То есть, он просто покажет свойства устойчивости данного дифференциального уравнения. Конечно же, конечно же. На самом деле, да, то есть если мы используем Runge-Kutta, то на самом деле получившийся липуновский спектр, который мы можем вычислить, мы опять же, строго говоря, говорим, что ну, это липуновский спектр вот этой вот разностной схемы. Да? Но в принципе, ну, липуновский спектр, он нам все-таки говорит о нестабильности решений к ошибкам в начальных условиях. Да, и, там, если, ну, про энергию я, если честно, не очень понял вопрос, то есть если она сохраняется, то она и будет сохраняться, несмотря на то, что уравнение хаотично. Да, да, да. Вот это я хотел вот просто уточнить, если система, ну, вот как-то можно ли проверить, что полученные решения, они ну, правильными, являются правильными или нет, но а тут еще и устойчивость критерии, значит, это уже, скорее всего, ни отношения не имеет к полученным решениям, а просто система является устойчивым или нет. Но, да, так что это скорее, вы правильно пометили, ну, это заметили, что это разные все-таки критерии. Вот. А еще можно ли с помощью математики, потому что сам не знаю, хочется понять, можно ли с помощью математики вот метод, который математика использует, NDSolve, задать тоже Runge-Kutta и шаг? Или это нельзя там? Можно. Смотрите, то есть можно, но есть детали. То есть вот у меня здесь есть где-то более такая расширенная эта функция. То есть здесь есть такая функция, как метод. Да, и то есть можно про это... Ну, в help математике можно найти разные методы. Вот здесь
можно выбрать explicit Runge-Kutta и порядок Runge-Kutta, то есть четвертого порядка. То есть есть еще там Runge-Kutta шестого порядка иногда используется. Проблема в том, что математика, она... во-первых, это программное обеспечение с закрытым кодом, да? То есть она... мы не знаем, что она все-таки делает внутри. Проблема номер два — то, что математика выбирает шаг сама. То есть нельзя ей сказать, что делай вот... Вот мы выбрали в нашем... Понятно. Да, мы выбрали там одну сотую. И мы не можем математике сказать каждую одну сотую делай операцию Runge-Kutta. Она делает это некоторым более оптимальным способом. Можно ей задать минимальный шаг, то есть меньше которого, то есть больше которого она не может брать шаг. Понятно. Но все равно нельзя прям с точностью это контролировать. Она там может даже показать, что она шаги берет. Это, я добивался от нее этого. В этой функции в ней хранится очень много, на самом деле, решений. Но все равно она не позволяет вот прям заставить ее делать там с нужным шагом. В принципе, да, то есть для себя, для каких-то, для быстрых результатов, для всего чего угодно, это отличная функция, то есть с ней почти не бывает проблем. Но вот именно для науки, ну и опять же, для науки вообще в математике, вот это Runge-Kutta я показал, как делается, но в математике, если нужно решать много очень систем уравнений, если они большие и нелинейные, то это лучше делать на каких-нибудь более низкоуровневых языках, типа там C, ну, лично я делаю на C, потому что в ходе вот этого Runge-Kutta там очень много простых таких числодробительных операций, а именно просто перемножение и сложение. И их очень много, и я не ошибусь, по-моему, если скажу, что вот моя программа на C, которая там решает нужные там мне уравнения, она в 100 раз быстрее точно, чем математика. И при том, что это часы занимает, да, там какого-нибудь решения, это очень важно. Но в целом AnySolve, то есть я хотел рассказать про его детали, чего стоит остерегаться, но это так-то это отличная функция. То есть стоит ей пользоваться для скорости очень хорошо. А MATLAB он не подходит, да, даже он не для все-таки C, C++ это более ближе к оптимальному варианту. Ну, MATLAB, на самом деле, я думаю, MATLAB, я сейчас могу ошибиться, но там он тоже, я так понимаю, интерпретированный, то есть это что-то типа питона, если я не ошибаюсь. И там тоже, он может быть, даже использовать какие-то библиотеки C, математика тоже это все использует. Но это все писалось как бы умными людьми, которые как бы очень хорошо разбираются в этих деталях, но все равно у меня есть простая программа на C, то есть которая только Runge-Kutta делает, все остальное там я обрабатываю опять же в математике, а даже не на C++, а на C, потому что там просто тупо простой цикл. И вот он быстрее получается, в 100 раз так точно, по-моему, там близко к 1000, короче. Спасибо. Это очень ценная информация. Пожалуйста, очень рад. Материал, спасибо. Да. Тогда до следующей недели, я думаю, вы тогда информируете нас. Да. Или 10-го, или 11-го. Или 10-го, или 11-го, где-то в 2 часа дня. Спасибо вам. До свидания. До свидания.